Улица Анаре де Бальзака, 16А. Девятиэтажный панельный дом 1986 года постройки. Составляет единый комплекс с домом номер 16. Фасады здания выглядят опрятно, у дома зелено, 4 подъезда, входы в них в удовлетворительном состоянии, оборудованы домофонами. У парадных есть места для отдыха в тени деревьев. Возле дома площадка для парковки машин, но мест на ней недостаточно. Во дворе есть просторная современная детская площадка. В соседнем доме банковское отделение, продуктовый магазин, рядом салон красоты, детский сад, общеобразовательная школа, торговый центр, рынок. Общее состояние дома удовлетворительное.